Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков проверил качество ремонта подъездов в многоквартирных домах поселка Лесной городок. Работы проводились по губернаторской программе «Мой подъезд», в рамках которой управляющие компании ремонтируют входные группы, меняют почтовые ящики, обновляют покрытие стен, потолков и лестничных пролетов. Замене также подлежат клапаны мусоропроводов, освещение и напольное покрытие. Дмитрий Голубков отметил, что подрядчик все сделал хорошо и в срок.